Доброго времени дня, вечера или что там у вас за окном. С вами Аракис, и это Война Гильдии. Итак, начнем. Времени мало, нужно торопиться. Так, Джафар, опачки. Нормально, да, сливаем? 1100 очей. Вот это неделька. Итак, с кого мы начнем, так, чтобы не слить конкретно, наверное, вот с Аси. Так, кем мы его будем шарахать? Вторую пачку мы будем пить, наверное, через Вальку. О, да. Так, не знаю, как у вас там, холодно или нет, но у нас в Одессе это пипец холодрыга жахнуло не вовремя. Пока дошел домой, аж кокосы звенят. Жесть. Так, что же мы будем делать? Я думаю, стандарт через... Нет, здесь, наверное, нам, да, больше закатит часунка, а сюда мы возьмем тоже пиратига. Так, надеюсь, с ним мы обгоним его Бернарда, надеюсь. Здесь чисто так, скажем, война между Хлоей будет и его Берником. Хотя почему-то я ставлю все-таки на его пати, то что он быстрее походит. Ладно, нет времени обсуждать, нужно ехать. Так, 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 так. Прошу прощения, если что не так тут сделаю, либо, так скажем, какие ляпы до ошибки, так как спешу. Спешить нужно. Времени мало. 12. О, сколько там, 16 минут было, по-моему. Так, первого, я думаю, будем выносить. Ох ты что! Новая мета. Ответ на Веромосе. Итак. О-во-во-во-во. Вот это больно. Очень больно. Ай-яй-яй. Проиграл я этот бой. Видите, чересчур сильная патька оказалась. Либо просто везучая. Сейчас попробую, что я смогу еще сделать. Если нет, то буду выходить. Да, нужно выходить. Иначе потеряю еще и огненного. Так, ну-ка. Ну, уже хорошо, что моя хлыка побыстрее оказалась. И плохо, что Бернард не дал скорость. Очень плохо. Ну, что я ожидал от 11 точности. Так, поехали. Бух-бух-бух. Ну же. Ну, хотя бы так. В принципе, очень неплохой расклад. Ну же. Будем, я думаю, да. Хотя, нужно было пирата. О, и урона неплохо выдал. Так, 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 кого мы будем? Пирата. Отлично. Вы видите, пират мой, в принципе, в моих говнорунах неплохо еще и вы... Ай, ну что ж ты-то? Неудачный у меня бой, конечно, первый. Едем дальше. Уже двоих потерял. Не знаю, чем я буду воевать дальше. Сейчас мы посмотрим вообще, кто тут есть. Кого я смогу одолеть. Ой, ну это сливной бой. Так, попробую Джафара. После него уже буду смотреть, что да как. Итак, в первую патьку мы, наверное, возьмем Тайрона. Ой, Тайрона, Баретку. И возьмем, наверное, вот так. Да. Для того, чтобы защититься. Я думаю, все-таки мне скорости опять же хватит. Хотя здесь 24, по-моему. Очень нужно походить быстрее, так как если похожу позже, то... Крындец моей Вальки. Там стабильно залетит бомба, так еще и Зайрос жахнет. Тут сразу, если только ходит Берни, и первый, можно сразу же ливать. Так, едем дальше. Не лучшая атака у меня получается. Ну, что есть. Так, пробуем через раму, так как вариантов у меня немного. Так, и кого мы еще возьмем? Кого еще сюда можно взять? Веромос. Веромос. Попробуем через... А что если, да, вот так попробовать? Хотя нет, здесь, блин. Ай-яй-яй. Скорее всего, патька-то побыстрее будет. Ладно, нет времени. О, есть шанс. И, кстати, хотел сказать, отлично, Зайрос, красавчик. Потратил свой третий скилл. Сегодня, либо завтра начну такую рубрику, как
хотел сделать 5 рандомных монстров, но думаю, по совету моего соклана, Соали, я думаю, сделаю все-таки немного по другому формату. Просто продолжу некий обширный гайд по монстрам. То есть буду брать какого-то монстра, неважно, 2-3 звезды, там до 6, и рассматривать всех ее собратов. Ой-ой-ой, это очень плохо. Сейчас еще и чувствую, потеряю Вальку. Поэтому вскоре ожидайте новых гайдов. Ну уже, блин. Да что ж ты, ну уже, стан. Тварь. Да, сильная гильдия, тут, конечно, не поспоришь. Не на кого обижаться. Ведь у меня мобики слабенькие. Так, ну же. Ну же, стан троим. Красавчик. Ну, не троим, но уже хоть что-то. Так, еще раз. Блин, здесь всем троим нужно закинуть, конечно же, обливион, так как все подхиливаются. Но попытаемся вынести ведро. Так как если мы его... Так, ситуация такая. Если я сейчас... Да, у меня быстрее походит моя белка, и она добьет ведро. А мы будем лишать подхила, либо... Нет, я думаю, лучше Верамоса. Да. Ну же, вилы. Нет, не будет у нас вил. Так, сейчас посмотрим, насколько не особо тонкий. Так что будем продолжать сливать Верамоса. Ну, хоть здесь, возможно, выиграю. Хотя, блин, Вальку потерял. Уже дальше и драться-то неким, чувствую. Буду бить в эту слюнную пати, просто чтобы очки добить. Так как тупо слить два боя, ну, лично для меня, тоже нет смысла. Ну, не тормози хотя бы, Нокс. Отлично, контратак. Ого. Я что-то не понял, у Ахмана контратака была? Так как у меня лаги были. Блин, надо будет просмотреть это в видео. Что-то странное. Но, насколько я знаю, 100% у Ахмана не работает пассивка с контратаки, поэтому... Есть в этом смысл лишь тогда, когда вы юзаете его, к примеру, в башне. То есть вы с контратаки можете загреть этого же монстра. И, в принципе, это неплохо. К примеру, если у вас там контратака попалась в четвертый слот, там на крит шанс и так далее, почему бы не использовать? То есть не слушайте никого, кто вам скажет, что на Ахмане контратака это говно, Гуана Мамонта, старая мета и так далее, это никогда не работало. Так что можно одеть, почему бы нет. И будете, в принципе, и на арене неплохо себя чувствовать, и будете все пихать во все дыхательные пути. Так... И сейчас мы посмотрим, кого мы можем осилить. Генри мы, наверное. Ладно, будет Генри. Его мы-то точно вряд ли осилим. Вальки нету, бить неким. Ну, прошу прощения. Тупо для... На этом-то видео можно, наверное, будет закончить. Хотя... Ну, хотя бы вот первую пати атакую. Посмотрю, что же сделает он. Так, на первую пати... Есть снятие дебафов, есть подхил, есть очень сильный урон. Очень хорошая пати на самом деле. Очень. И мне сюда нужно будет взять... Кого же мне нужно будет взять? Много бафов нет смысла. Вот один, к примеру, взять Бернарда. Хотя с другой стороны... Так как вот Сильвия... Сильвия ж, по-моему, да? Как тебя девочка зовут? А, Лиза, прошу прощения. Всех бывших не запомните. Так. Блин, вот был бы у меня сейчас уже одет Эшер, да, вы видите, уже 36 уровень, без рун, без рун. В субботу он будет уже карать. Так, кого же мы сюда можем взять? 7 минут у меня, по-моему, около того осталось. Возьмем кабанчика. Почему меня нет? Где наш кабанчик? О, вот. Так, и кого же... Нет, тогда... Так, кого же лучше тогда взять будет? Оу! Верат? Нет, есть часунка. Часунку мы не пробьем. А что, если мы возьмем...
Ахмана. Не Ахмана, а Верамос. Верамос. Что же даст нам Верамос? Так как Тесса мы... А нет, у нас же еще есть Тессарион. И в принципе, почему бы не взять Тесса? Да? Будет и урон, есть скорость, есть танк на крайний случай, чтоб если что добить. Ну, да, вы видите, даже первый пати мне тяжеловато сейчас подобрать. Я бы сейчас тупо атаковал бы через Вальку и, скорее всего, не имел бы проблем. Валька плюс пират было бы неплохо. Так, ну, вторую пати убить бомбера, это, я не знаю, там, бом-бом. Давайте возьмем для фана, не знаю, Егоря. Посмотрим, что он может сделать. И для ХП добавим Верамоса, да, посмотрим, что он сможет сделать по одному персонажу, этому бомберу. Наверное, бомбер даже и раздет, если это сливной деф. А может и нет. Итак. Ага. Угу. Даже вилсет. Даже не знаю, стоит ли бафаться. Хотя нет, стоит. По-любому стоит. Так, раскол. Попробуем на Лизу. Такая вообще Лиза. За Лиза. Так. Ну, попробуем. Контратака. А, я забился. Да, какая контратака? Ах ты, сволочь, уже и снял дебафы. Три атаки в кого? Бернарда. Больно? Блин, она еще и через атаку, походу, одета. Да, пипец нашему Бернарду. Вся надежда осталась на раму. Бей, правильно, раму. Еще бы тычечку сейчас в раму. И обливен. Да. Так, тычка, я думаю, должна быть, чтобы уравнять ХП. Ну же. Ну, хватит. Тварь. Ну, одна тычка сюда. Либо... Так, вот я сейчас думаю, по-любому походит моя рама быстрее. Да. А тут есть шанс. Ой. Блин, а вот этого я вообще не ждал. И кого он сейчас походит? Ну, конечно же, в раму. И сейчас, скорее всего, раме вообще моему пик. И что мне сейчас делать? Так как если я ударю Тесса, да, Марса, точнее, тут же подхилит часу. Будем пытаться. Вот, вы видите. Ну же, обливен. Отлично. Более-менее отлично. Ну, не того, что ты бей, тварь. Вот, его бей. Кабанчик этого. Ну же, попытаемся. Так, это не хватает около 14 тысяч хп. Я думаю, должно хватить. Давай. Вообще красота. Ай, молодец. Так, теперь будем, ну, в принципе, по стандарту. Я думаю, тут проиграть уже должно быть тяжело. Они должны бить только раму, и в принципе мой... Ну же. Нужно добить Лизочку. Ну же, бубух. Да ты как... Не очень хороший расклад, но сейчас будет уже клиншот. Поэтому мы добьем. На самом деле очень запаривает эта Лиза. И если я ее выбью, буду использовать на некроманте. Да, кстати... Активно собираю пачку на некроманта, поэтому, ну как собираю, то что есть, то и будет. И скоро, наверное, будет даже некий гайд, хотя бы предварительный, как бы я хотел бы фармить. И, кстати, новая тема по поводу арены, я вам уже об этом говорил. И еще одно видео я хочу снять по поводу максимально хорошей защиты на арене и как добиться того, чтобы, к примеру, в воскресенье вы поднялись конкретно высоко в рейтинге, а точнее его не слили. Вот, думаю, это многим будет интересно. Так, бомбер. Так, дадим станчик, чтобы не меньше тут. Ого, еще контратака. Видно, бомбер одет под некроманта. Ну же. Вы видите, даже сраный Вигорь выдал 9000, считай, 27 косарей выдал. Неплохо. Неплохо. Предвкушение, сколько же Эшир жахнет. Я так понимаю, под 1009 он точно 4 тычки даст. А это, вы понимаете, ладно, нельзя в эфире. Что это случилось такое? Так, ну в принципе, это вот и вся такая война. Оу, мистик.
Вот и вся такая война получилась. Сейчас вам покажу монстров, которых я качаю активно. Точнее, вот Эшир выбил второго, где наш там... А где он потерялся? Водяной. Ладно, не буду его обсуждать. Вот, Люшена начал тоже качать. Надеюсь, он нам поможет. Также, что еще? Что еще? Вот, кстати, да, прокачал паяльника, точнее, светильника водяного, влажного. Да, влажный наш. Так что буду скоро его использовать на... Где его буду использовать? Возможно, даже на ГВшке. Да, да, скорее всего, даже на ГВшке он заедет. Ну, думаю, больше на драконе покажу, что он сможет сделать на драке. Да, когда я его, естественно, одену. И не поверите, я наконец-то начал качать Грифона, Спектру. Да, и я планирую одеть Спектру в виллы. Да, через виллы одеть. Хотя многие скажут, а, у него же 126 скорости, родной при эвейке. Кстати, при эвейке... Блин, 15 средних! На какого-то трехзвездочного? Я просто для сравнения. Где наш Вуса? Бред, по-моему. Ладно. Хотя вот, к примеру, четырехзвездочный монстр, тут 20. Ладно, может я действительно... В принципе, это... Назовем так, есть тройки более слабые, есть тройки топовые монстры. То есть на какой-то, к примеру, идет 10 средних, на какого-то 15. Видимо, Грифон считается топом. В принципе, почему бы и нет. Он такой и есть. Поэтому одену я его, скорее всего, в виллы. Туда главное третий скилл разогнать через каких-то там петушков. Может, где-то выбью, может, пару SD-шек по фарму. Поэтому вот, как-то так. Прошу прощения, непонятно, что с островом творится, и через Нокс я исправить этого не смогу. Итак, что у нас осталось? В принципе, вот это и все на сегодняшний день. Сейчас буду либо завтра снимать гайд, поэтому думаю, этот гайд будет для вас интересен. Первая мысль у меня была сделать гайд наподобие, вот я сейчас покажу, какого. Если вам это интересно, ставьте свои комментарии. Но, как мне подсказали, что это... так скажем, для меня будет непроблемно. И плюс для зрителей. К примеру, да, вы выбили там, я не знаю, ну вот, к примеру, вот, вот это вот непонятное существо типа змей. И он у вас попался огненный. Да, а я вот по такой системе, по которой сейчас расскажу, буду обозревать. И для вас это, в принципе, ничего не даст. Как хотел сделать я. То есть, даже назвать рубрику 5 рандомных монстров. То есть, к примеру, я захожу в огонь, да? И начиная с трех звездочных монстров, там вот, просто от фонаря листаю, 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 вот так вот. То есть, без никакой там какой-то подготовки и тому подобное. Надеюсь, вы мне просто поверите в это. И вот, не знаю, там нажал на... Ну вот, на этого персонажа. Он же бульдозер. И начинаю о нем рассказывать. То есть, по поводу его скиллов. Где лучше использовать. Как лучше использовать. Против кого он хорошо заедет. Против кого не особо хорошо заедет. Какие руны на него одеть. Альтернативы. Стоит ли его качать для начала. Либо в лейте он тоже хорошо заедет. И тому подобное. К примеру. Это первый мысль. Перехожу, к примеру, на воду. Да. Опять же, листаю. Попался у меня там, не знаю, вот. Вот этот вот псина. Я начинаю рассказывать о нем. Но в чем минус действительно этого всего? То, что скорее всего лучше я сделаю подобный обзор по всему семейству. То есть тоже буду на рандоме выбирать монстра. Даже возможно буду учитывать какие-то пожелания. Там, во-первых, уже есть некие пожелания, на кого сделать обзор. Их достаточно много, но я не буду успевать просто делать каждый день по 50 обзоров, если кому-то что-то интересно, либо обзор. Ну, понятное дело. Просто если, к примеру, человека 3-4 там напишет, что хочу там сделать вот на вот этого Анубиса, да, обзор, либо вообще на их семейство, то почему бы и нет. То есть я в первую очередь возьму и сделаю обзор на этого персонажа, да. Если вам, конечно же, это интересно, если вам такая сфера видео, вообще такой, назовем так, выпуск в моих видео будет интересен. Прошу прощения, это рубрика. Вот, поэтому я, мне близка, естественно, уже стал, точнее, второй вариант. То есть семейство выбираю на рандоме, либо по желанию, по комментариям, по, там, не знаю, сообщениям ВКонтакте и так далее и тому подобное. Поэтому отпишите, что думаете об этом.
буду рад прочитать, и самому интересно, так как до последнего сейчас колебаюсь, как не то, что будет лучше, а даже как интереснее, так как не хочется, с одной стороны, не то, чтобы слизывать идею, хотелось бы что-то свое привнести, но в любом случае будет что-то мое, так как я буду рассказывать от себя, и как вижу, это я. Это не всегда достоверно, это не всегда должно быть вот так, как я сказал и так далее, но так вижу игру я, многие прислушиваются к моим советам, так как... Если вы пишете мне ВКонтакте и просто комментируете это видео и смотрите, следовательно, мое мнение хоть как-то для вас интересно и важно по этой игре. Конечно же, я могу нести по жизни чушь всякую. Итак, ну, поэтому вот. Вот такой вот вариант гайда я хотел бы оформить. В принципе, это все на сегодняшний день. Спасибо, что были со мной, смотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы не подписались, буду рад. Вам не тяжело, мне приятно это. От этого будет. Задавайте вопросы в комментариях, сообщения ВКонтакте. Я всегда отвечу, если не занят и не на работе. Всем удачи, пока.